Наконец, нам надо пополнить казну. У нас есть контракт на поставку нефти заграничному купцу. Идите в старый замок на болотах и расширяйте там производство нефти. До вас, людьми, там правил жестокий наместник. От вас зависит, продолжать ли его политику или же найти более мягкий подход к людям. Народ порой боится вас, мой лорд. Народ порой боится вас, мой лорд. Нет свободных людей для этой работы. Thank you.
Запасы провизии убывают, мой лорд. Народ весьма почитает вас, милорд. Здесь нет работы, милорд. Доброе утро, ваша светлость. Нет свободных людей для этой работы. Нет свободных людей для этой работы. Нет свободных людей для этой работы. Нужно дерево. Народ весьма почитает вас, милорд. Нет свободных людей для этой работы. Нет свободных людей для этой работы. Нет налогов – это хорошо. Но, может, вы добавите что-нибудь? В замке чума, ваша светлость.
Нет налогов – это хорошо. Но, может, вы добавите что-нибудь? Хорошие налоги – это когда их нет. Провизии осталось мало, повелитель. Люди доверяют вам, ваша светлость. Провизии почти не осталось, милорд. Люди доверяют вам, милорд. Провизии осталось мало, повелитель. Провизии почти не осталось, милорд. Нужно дерево. Люди доверяют вам, ваша светлость. Провизии осталось мало, повелитель. Люди доверяют вам, милорд. Провизии почти не осталось, милорд. Народ весьма почитает вас, милорд. Народ совершенно вас не боится, милорд. Народ весьма почитает вас, наш золотой запас стабилен. Народ весьма почитает вас, милорд. Провизии осталось мало, повелитель. Нет свободных людей для этой работы. Народ весьма почитает вас, милорд.
Люди в замке тяжело больны, милорд. Народ совершенно вас не боится, милорд. Люди восхищаются вами, мой лорд. Народ весьма почитает вас, милорд. Народ любит вас, милорд. В замке чума, ваша святость. Вас почитают как добрейшего человека в королевстве, мой господин. Народ весьма почитает вас, милорд. Как добрейшего человека в королевстве, мой господин. Народ весьма почитает вас, милорд. Вас почитают как добрейшего человека в королевстве, мой господин. Хватает дерева, милорд. В замке чума, ваша святость. Народ весьма почитает вас, милорд. Народ любит вас, милорд. Вас почитают как добрейшего человека в королевстве, мой господин. Не хватает золота, милорд. Народ весьма почитает вас. Мы постепенно расходуем деньги, сэр. Нужно дерево. Люди в замке тяжело больны, милорд. Нужно больше дерева. Люди в замке тяжело больны, милорд. Thank you.
У вас отличный замок, сэр, и я собираюсь его осмотреть. Вас почитают как добрейшего человека в королевстве, мой господин. В замке чума, ваша светлость. Народ весьма почитает вас, милорд. Вас почитают как добрейшего человека в королевстве, мой господин. Хорошо, меня еще нигде не кормили. Люди доверяют вам, ваша светлость. Люди в замке тяжело больны, милорд. Люди доверяют вам, ваша светлость. Люди доверяют вам, ваша светлость. Вас почитают как добрейшего человека в королевстве, мой господин. Нет хмеля, милорд. Запасы провизии убывают, мой лорд. Люди восхищаются вами, сэр. Дерево. В казну поступает золото, сэр. Налоги несправедливы, сэр. Thank you.
В казну поступает золото, сэр. Народ совершенно вас не боится, милорд. Поступает золото, сэр. Народ весьма почитает вас, милорд. Со всех яблонь опали листья. Это ведьмина работа, сэр. В казну поступает золото, сэр. Победили, сэр!